Вот такая емкость у нас есть. Так, я просто хотел бы сейчас сделать емкость под большее ведро. То есть вот крышка, она довольно толстая. Здесь вот такое вот резиновое уплотнение. Ну, резиновое мы не сделаем, но чтобы такой вот паз, чтобы она садилась вот на эту емкость, на металлическую. Было бы хорошо. Вот потом такие вот уши хочу я делать. Вот уши. Уши. То есть цель этих ушей, чтобы фиксировать эту крышку. Вот так вот она стала. Так, и здесь еще есть такая деталька. Сейчас я ее найду. Вот такая вот. В общем, деталь вот такая вот винт. Вот такой вот винт. Он на место фиксирует крышку. То есть ушиб и вот такую скобу верхнюю. Ну, то есть можно не приваривать, но просто изготовить. Причем по ушам там нужно мне такое, чтобы какое-то небольшое расстояние было. Вот они, видишь, как выгнуты. Чтобы крышки не касались.